Евгений Клюев, ружье и сердце. «Эй, нет, так не годится, дружок», — сказала мама, отбирая у малыша плюшевого медвежонка. «Нельзя так тянуть медвежонка за голову, ему больно». «Можно, он плюшевый, а внутри у него опилки», — уверенно ответил малыш. У малыша были губки бантиком, которые он немедленно надул, прервали на самом интересном месте. Вчера лучший друг малыша сказал ему, что внутри у плюшевого медвежонка опилки. Но как выглядят эти опилки, ни лучший друг, ни сам малыш не знали. А знать было надо. «У него внутри опилки», — повторил малыш в надежде, что мама тоже никогда не видела опилок и заинтересуется, какие они. Но мама покачала головой. «Нет, не опилки». «А что?» «То же, что и у тебя», – вздохнула мама. «Сердце? Разве у плюшевых тоже есть сердце?» «Конечно, есть. Только, разумеется, плюшевое. Сердце есть у всех, малыш. Запомни это». И малыш запомнил это, что сердце есть у всех. У плюшевого медвежонка плюшевое, у резиновой хрюшки резиновое, у пластмассового зайчонка пластмассовое, а у куклы по имени Соня у нее может быть даже такое, как у него, малыша. Где-то малыш слышал слова «сердце надо беречь». Теперь он понял. Эти слова означали, что внутрь, туда, где сердце, лучше никому не заглядывать, потому что сердце надо беречь. На день рождения малышу подарили ружье. Дуло у него было из металла, и оно блестело. «Привет, малыш!» – сказал ружье. «Пойдем убьем кого-нибудь!» «Нет», – сказал малыш. «Мне не хочется». «Значит, ты не солдат?» – разочаровалось ружье. «Если бы ты был солдат, тебе бы хотелось убивать». «Но у всех же есть сердце», – ответил малыш. «А сердце надо беречь». Ружье расхохоталось. «Вот глупости, сердце есть не у всех, запомни это». И малыш запомнил, а ружье продолжало. «У меня, например, нет сердца, а вон плюшевый медведь, у него тоже нет никакого сердца и сроду не было». И набит он опилками. Или заяц пластмассовый. Он сделан из куска пластмассы. Какое там сердце? Или резиновая свинья. В ней вообще нет ничего. Одна пустота. А почему она тогда пищит, когда на нее нажимаешь? Просто из нее пустота выходит через дырку. Вот пустота-то и пищит. Когда мы их всех поубиваем, сам увидишь, что я не вру. Ну, пойдем. А мама... вспомнил малыш. «Она будет ругаться?» «Не будет!» – воскликнуло ружье. «Поздно ругаться, когда никого в живых не осталось!» Тут ружье так красиво блеснуло и так звонко щелкнуло затвором, что у малыша даже голова закружилась. Но он все равно сказал: «Я хочу немножко подумать». «Ну что ж», – вздохнуло ружье, – «подумать, конечно, можно, но только когда убиваешь, думать-то вообще ни к чему. Нужно просто делать вот так, пиф-паф-тр, пиф-паф-тр. Все ведь только игра, малыш, запомни это, все на свете только игра». Малышу пришлось запомнить. Теперь он помнил уже три вещи. Первое, что сердце есть у всех. Второе, что сердце есть не у всех. Третье, что все на свете только игра. И тут малыш растерялся. Из того, что он запомнил, одно как-то не очень подходило к другому. Все три вещи сразу в голове не помещались. Что-то определенно надо было выбросить из головы, только вот что? Проще всего оказалось выбросить из головы мамины слова о том, что сердце есть у всех. Так малыш и поступил. Теперь он помнил только две вещи. Сердце есть не у всех, и все на свете только игра. А ружье блестело и щелкало. Тогда в ответ малыш беспечно улыбнулся и крикнул: «Ах, мое любимое ружье, пойдем скорее всех убивать! А если мама будет ругаться, мы ее убьем! Подумаешь, все на свете только игра!» «Вот теперь я слышу слова настоящего солдата!» – обрадовалось ружье. «Идем!» И они пошли. Пиф-паф-тр, плюшевый мишка вниз головой свалился на ковер. Пиф-паф-тр, пластмассовый зайчонок покатился в угол. Пиф-паф-тр, кукла Соня закрыла свои глупые глаза. Пиф-паф-тыр! После этого пиф-паф-тыр раздался. Негромкий хлопок. Это хлопнула резиновая хрюшка, из которой в один миг вылетела вся ее пустота. Малыш хотел было крикнуть: «Ура! Или мы победили!»
но заметил, как при хлопке что-то выпрыгнуло из резиновой хрюшки и упало к его ногам. «Не обращай внимания!» – крикнуло ружье. «Все на свете только игра!» Но малыш наклонился и поднял то, что выпрыгнуло из резиновой хрюшки. Оно было резиновым. Оно стукнуло у него в руках два раза. Тук-тук. И затихло.